Добрый день, уважаемые друзья! Месяц назад я опылял орхидею. Есть ролик, как это все делать. И сегодня мы посмотрим на результат. Я опылял не один цветочек, а на разных орхидеях. И есть вариант, когда орхидея опылилась и хорошо развивается, завязывается будущая наша коробочка, и будут здесь семена. И второй вариант, когда опыление прошло неудачно. И разберем причины, почему это может происходить. Первый вариант. Мы видим нашу коробочку, которая очень хорошо развивается. Прошел месяц, вот она так увеличилась, выросла. Диаметром порядка, ну я думаю, 11 мм. Длиною около 7 сантиметров. Именно эта часть. Видим, очень хорошо развивается, и есть надежда, что здесь завяжутся семена, и мы можем их получить для будущего посева. Второй вариант. Вот наш цветочек, который опылился как бы. Ну, со временем мы видим, что он не набрал объем и начинает усыхать. Эта коробочка не сможет принести семян, а отпадет со временем. Рассмотрим варианты, почему это происходит. Почему же может не получиться вот опыление орхидеи? Я думаю, что вариантов может быть три минимум, таких основных. Первое, это в процессе опыления я инструментом коснулся внутренностей нашей колоночки. И если это происходит, то орхидея колоночку в принципе закрывает, идет будто бы опыление, она начинает увеличиваться, но проходит какое-то время и цветочек отпадает. Поэтому я во время опыления говорил, что надо делать очень аккуратно, ну, сам, возможно, допустил ошибку. Второй вариант может быть из-за того, что за этот месяц, который прошел, я допустил ошибку в уходе за орхидеей. Не вовремя, например, полил. И орхидея, понимая, что она не сможет вырастить плод, семена, просто отбрасывает все лишнее, в данном случае, вот эту семенную коробочку. Такое тоже может быть. Поэтому надо правильно ухаживать за орхидеей. И третий вариант может быть из-за того, что орхидея совсем молодая, и она просто еще не в состоянии полноценно вырастить семена. Хотя этот вариант я рассматриваю как последний. Вот такой вот кратенький сегодня был ролик. Следующий, я надеюсь, будет, если моя орхидея принесет плод, и мы с вами будем извлекать вот эти семена, и потом их мы будем сеять и выращивать маленькие-маленькие орхидейки. И я хотел бы подарить своим активным комментаторам, активным подписчикам саженцы вот этих орхидей, вот этого сорта «Счастливая Валентина». Вы видели, как она активно и буйно цветет, такой вот уникальный цветочек. Я думаю, что это будет такой хороший подарок, поэтому подписывайтесь на канал, следите за каналом, комментируйте, спрашивайте, советуйте. Ну, а на этом я вам всем желаю удачи, пока!